Да, Марк, привет. Здравствуйте. Так, что ты хочешь, купить этот телевизор? Да. А сколько он стоит? 2500. 2500, да? И торг. Что ты? Уместен. Торг? Торг уместен. А что ты с ним делать будешь, скажи мне? Да так просто. Как так просто? Мне нравятся старые советские телеки, особенно в рабочем состоянии. Да? А скажи мне, а тебе старые советские радиолы не нравятся? Нравятся, конечно, но они... Это просто радио, а я люблю телевизор смотреть, телевизор интереснее. А он же... Подожди, так он... подожди, Марк, он же аналоговый, как ты его будешь смотреть? Ничего, выключу какую-нибудь телеприставочку. Да? А ты мне скажи, ты вообще, тебе старые вещи, что ли, нравятся? Да. Да? А советские? Ну, конечно. А что, подожди, а современные не нравятся тебе, что ли? Марк, а современные не нравятся тебе, что ли? Ну, они, конечно, хорошие, но советские они какие-то такие. Душевные? Угу. Да? Душевненькие. Душевненькие. Класс. Так. Но современные они бездушные. Да. Марк, а как ты, сколько ты мне за него предлагаешь? 1500. 1500? Ничего себе. Ну ладно, я, наверное, соглашусь с тобой, потому что ты мне нравишься. Ладно, Марк, давай, спасибо. Хорошенький телек. Хорошенький, все, за 1500 он твой. А ты как будешь подключать? Как, вон мама спрашивает, как будешь подключать? Делаю антенну. Так. И из подключу. Чего? Ты же одну разобрал антенну дома уже. У меня подручных средств миллион. У него подручных средств миллион. Хорошо, так что ты, не... мама, даже... Например, какие? Например, там провода, там можно в антенный штекер подлезть. Так. Там можно подлезть этими проводами в антенный штекер. Антенну я могу сделать из проволоки. Там под навесом проволоки миллиард километров. Хорошо, а банки использовать из-под кваса? Точно! Банки из-под кваса? Ну, жестяные. А, да, кстати, раньше делали антенну из этих банок. Да, точно! Из жестяных банок делаю антенну. Да, ты видел, какие тебе мама книжки купила? Физика юным, ой, химия юным, да? Да, химия да. И физика. О, прикольно, 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 мам, можно посмотреть? Все, Марк, а давай, ты красавчик. Такой... Молодец. Опа. Приходи всегда к нам. Наш человек. Наш человек, да. До свидания.